9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы! Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться и встать затем ко рву спиной. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять не дядя? Не осуждая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже. И смятением на миг эсэсовец объят. Рука сама собой с волнением вдруг опускает автомат. Он будто скован взглядом синим, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, смятение сильно произнес. Охвачен он невольной дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша, упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что если б дочка твоя вот здесь вот так легла? Ведь это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец. Или ты зверь среди людей? Шагал эсэсовец угрюмо, с земли не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд струится синий, и всюду кажется опять, и не забудется отныне. Чулочки, дядя, тоже снять?